Номер лота 2724. Kawasaki KLE 400. Поворотничек японцам уже клеился, поэтому, скорее всего, поменяем. Покрышечка в отличном состоянии, фактически новая. Тормозной диск, износик небольшой имеется, не критичный. Колодки процентов 35 в остатке. Спицы небольшие, окисления есть, но не ржавые. Родной окрас, без перекраса. Стоит защита алюминиевая. Двигатель минимальное окисление, что уже само фактически нонсенс для такого года. Выхлоп тоже не обгоревший. Задняя покрышка огонек. Фактически явно помененные передние, но и задние. Тормозной диск небольшой износик. Колодки процентов 60 в остатке. Обод не кислый, не ржавый. Спицы небольшие, окисления не ржавые. Стоит кофр Диви. Большие следы касания есть. Цепь не вытянутая, звезда без замены. С левой стороны также небольшие окисления, вот следы царапин и на кофре, и на пластике, и небольшие царапины на бане. Пробег 37 тысяч. Очень надежные моторы, отлично заводится, работает. Упакован, готовим.